Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Указом главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева режим повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции продлен в Республике до 1 апреля 2022 года. При этом, учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Республике, необходимо обратить внимание на снятие ряда ограничений, установленных указом главы. Основанием для снятия этих ограничений является прежде всего та санитарно-эпидемиологическая обстановка, которая характеризуется последние 3 недели в сравнении каждой из недель на территории республики. В связи с этим предлагается, указом главы республики устанавливается, что зрительные залы в театрах, кинотеатрах, домах культуры могут быть заполнены на 75%. Должны соблюдаться меры, также которые связаны с дистанцированием. В городе Якутске открываются фудкорты, аттракционы, детские игровые комнаты, также с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Снимается ограничение по времени работы предприятий общественного питания. Массовые мероприятия проводятся до 75% от вместимости помещения. Допускаются они при условии допуска граждан с QR-кодами или отрицательным ПЦР. Массовые мероприятия республиканского значения согласовываются с управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание, что данные ограничения, еще раз обращаю, делаю акцент, снятие этих ограничений, оно связано со стабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой. За последние сутки у нас госпитализировано 63 человека, что составляет 6,9% от общего числа выявленных случаев за сутки, 912 случаев. С учетом того, что лечение в стационарах на 1 марта проходит у нас 9,6% больных, в амбулаторных условиях лечится 94%. За сутки выздоровело 450 гражданина. До 20% случаев связаны, тем не менее, со штаммом Дельта, которые вызывают тяжелые формы заболевания. В связи с этим все больницы республики настроены на работу, в том числе и с тяжелыми больными. Я не устаю повторять, но все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных. Поэтому в республике продолжается как вакцинация, так и ревакцинация. И, соответственно, вакцинация как защита от новой коронавирусной инфекции является способом прежде всего создания коллективного иммунитета, который позволит нам, иметь здоровое поколение. На настоящий момент ревакцинацию у нас прошли 143 737 человек. Это 60% от общего количества лиц, у которых наступил срок для ревакцинации. Продолжается в республике как детская вакцинация, так и вакцинация взрослого населения.